Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. 120 новогодних мероприятий и парад Дедов Морозов. Что ждет рязанцев в новогодние праздники? Пресс-тур по двум предприятиям. Впечатления от фармацевтической и канцелярской компаний. Против утверждения бюджета города. Какова позиция фракции КПРФ? Убил обидчика своего отца. В суд направили дело жители села Ворские. Новогодние праздники в Рязани начнутся уже 15 декабря. Их откроет парад Дедов Морозов. Всего же запланировано более 120 мероприятий. Это общегородские елки, праздничные концерты во всех учреждениях культуры города, во дворах, спортивные соревнования и несколько фестивалей. Среди них рязанский пирожок и рязанский валенок. Обо всем по порядку в сюжете Галины Кудряшовой. Парад Дедов Морозов в этом году откроет праздничные мероприятия, посвященные Новому году. Старт будет дан 15 декабря в 17:00 от Площади Победы. Это уже традиционное мероприятие. В этом году оно пройдет в пятый раз. Организаторы готовят несколько сюрпризов. Удлиняется проходка. Мы идем по центральной улице, по проспекту Первомайскому. У нас увеличивается количество Дедов Морозов. В нашем параде принимают участие не только Деды Морозы, учреждений культуры, но и Деда Морозы школ, Деда Морозы детских садов, Деда Морозы дворцов детского творчества. Всего более 420 участников, среди них специальный гость – Дед Мороз-десантник. В 17:30 на площади Ленина пройдет флешмоб и зажгут главную елку Рязани. Продолжим отмечать 16 декабря. В 12 часов зимний праздник пройдет в парке Гагарина. А уже с понедельника стартует новогодняя игра «Найди Деда Мороза». Она пройдет во всех районах города. Мы обозначаем время и обозначаем слово, которое должен угадать любой из жителей нашего города и сказать Деду Морозу, за что он получит подарок и возможность записать свое видео-поздравление, которое мы получим из 4 районов города. Мы это все объединим и в новогоднюю ночь мы сможем увидеть поздравления от наших горожан. Лесопарк станет главной новогодней площадкой. Здесь установят еще несколько арт-объектов, а 20 декабря начнет работу новогодняя деревня, на базе которой пройдет большинство массовых праздничных мероприятий. Гостей ждут ежедневно с 3 часов до 8. Можно будет найти развлечение на любой вкус. Покататься на катке, покататься на двух больших горках, зайти в домик Деда Мороза, написать письмо Деду Морозу, отправить в сказочную почту, поучаствовать в мастер-классах, которые мы для вас готовим. Сам Новый год впервые будут отмечать на площади Ленина. Специальными гостями станут известные рязанские артисты. Начало в полночь, концерты дискотека продлятся до 3 часов. Местные елки также пройдут во всех районах города. Всего в новогодние праздники рязанцев ждет более 120 мероприятий. Среди них много спортивных. Это чемпионаты первенства города по лыжным гонкам, вечерняя новогодняя гонка, эстафеты на коньках, футбол на льду. 38 катков, которые заработают у нас по городу. 4 основных катка на площади Победы, Лыбецком бульваре, Московском шоссе, в лесопарке. Фестиваль «Рязанский валенок» в этом году впервые проведут в городе. 12 января можно будет сразиться в метании валенков, а также принять участие в параде. А 13 января встречаемся на улице Почтовой на дегустации рождественских пирожков от рязанских производителей. Подробную программу мероприятий смотрите на нашем сайте город62.tv. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На страже здоровья и финансового благополучия. В регионе всего несколько лет работает фармацевтическая компания «Форд», которая уже поставляет вакцину от гриппа по всей стране и ближнему зарубежью. Благодаря сотрудничеству компании с региональным правительством удается решить сразу несколько глобальных задач, одна из которых – повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области. Продолжит Мария Рудая. Приоритетные направления в работе регионального правительства – поддержка инвестиционной деятельности. На сегодняшний день заключено 32 соглашения. Объем привлеченных инвестиций по этим проектам превышает 72 миллиарда рублей. При этом размер государственной поддержки за счет средств областного бюджета составляет порядка 12 миллиардов рублей. По состоянию на сегодня инвесторами освоено уже более 33 миллиардов рублей капитальных вложений. Фармацевтическая компания «Форд» является одним из крупнейших игроков на инвестиционном рынке региона. Между правительством области и компанией заключено соглашение, в рамках которого до 2022 года планируется выделение господдержки в размере 625 миллиардов рублей. Компания, в свою очередь, обеспечивает налоговые поступления в областную казну и рабочие места жителям города. На сегодняшний момент у нас работает уже более 500 сотрудников. Мы действительно выполнили
прошлом, в этом году потребность национального календаря профилактических прививок составила более 30%. Это, естественно, благодаря местным властям и людям, которые работают на Рязанской площадке. В Рязани сотрудники фармацевтической компании «Форт» разработали 4-валентную вакцину от гриппа. В ближайших планах компания изготовления и других видов вакцин, например, от краснухи и полиомиелита. Компания является крупнейшей в Восточной Европе и продолжает свое развитие. В этом году порядка 23 миллионов вакцин в национальный календарь компания поставила. Это порядка 38% российского рынка. На следующий год планируется увеличение количества вакцин до 30 миллионов. А происходит все вот в этих лабораториях. Здесь проверяют воду на наличие примесей. Сейчас происходит анализ воды очищенной и воды для инъекций, которые используются для производства вакцины нашей. Она анализируется по нескольким показателям. Один из важнейших тоже – это электропроводность. Как выяснилось, электропроводность – важный показатель, обеспечивающий непосредственно проходимость вакцины. А вот здесь – стерильная лаборатория. Костюмы лаборантов делают из того же материала, что и для космонавтов. Задача, надо сказать, у фармацевтов не менее глобальна. После долгого пути вот так выглядит уже преднаполненный шприц с вакциной. Вопреки расхожему мнению, современные вакцины от гриппа не содержат живой вирус гриппа. Они содержат поверхностные внутренние белки разрушенного вируса гриппа. Фактически здесь это белковый раствор. Благодаря этой вакцине организм человека вырабатывает антитела, которые и помогают бороться с вирусом гриппа. Помимо того, что «Форт» обеспечивает вакцинами Россию, планируются поставки в страны ближнего зарубежья. Кроме того, компании хороший экспортный потенциал. Уверяют специалисты, сейчас ведутся переговоры о выходе продукции на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Индии и Китая. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Компания «Рельеф-центр» приняла в своих стенах журналистов местных медиа. Пресс-тур был организован региональным правительством. Подробности далее в сюжете. Это склад – огромные стеллажи высотой 11 метров, общая площадь – 6 футбольных полей, почти 20 тысяч наименований ассортимента. «Рельеф-центр» – крупнейшая компания дистрибуции товаров для офиса, учебы и творчества. Все системы здесь автоматизированы. Для «Рельеф-центра» была разработана специальная программа интеллектуального управления складом, благодаря которой возможность ошибки при упаковке, хранении и транспортировке крайне мала. На рынке компания с 2000 года. За это время был пройден серьезный и интересный путь развития. От небольшой региональной фирмы до федерального магната с 7 филиалами по всей стране. По словам директора Алексея Платонова, развивались постепенно, шаг за шагом. Использовали опыт передовых российских и зарубежных предприятий. Потом выстроили свою систему работы и логистики, и опыт теперь перенимают у них. Мы самая большая компания в России в дистрибьюции, и также развиваемся, в общем-то, и то есть у нас есть небольшой филиал в Восточной Европе, то есть мы развиваемся и в СНГ. У компании порядка 9 тысяч партнеров. «Рельеф-центр» имеет собственные торговые марки, такие как «Берлинга», «Мультипульти», «Артспейс», «Офис Спейс», «Гринвич Лайн», «Делучи» и «Офис Клин». Мы поставляем это важно во все регионы России сегодня, на сегодняшний день. Ну и какое-то время назад, наверное, это было 3 года назад, мы начали уже активно осваивать соседние страны. И на сегодняшний день мы продаем почти во все страны бывшего СНГ, но если говорить о такой хорошей представленности, то хорошем нашем присутствии, то это, конечно, Белоруссия и Казахстан. «Рельеф-центр» – яркий пример государственно-частного партнерства. В 2013 году между региональным правительством и ООО «Логистик Групп», которая входит в состав компании, было заключено инвестиционное соглашение. Общий объем инвестиций составит почти 2 миллиарда рублей. Поддержка от государства будет осуществляться вплоть до 2026 года. Более того, «Рельеф-центр» является одним из главных инвесторов строительства моногорода в поселке Лесное. В 2017 году было принято решение о создании территории опережающего развития именно там. В общем, планов по дальнейшему развитию собственного производства и импортозамещению канцтоваров много. Глядя на путь компании, неудивительно, что у них все получается. Но несмотря на передовые технологии производства, внедрение новейших бизнес-идей, по словам директора Алексея Платонова, главное – это люди. На сегодняшний момент в компании работают более 2500 человек. Среди них Александр Цибульский. Он пришел сюда в 2007 году кладовщиком-стажером. Сейчас уже руководитель управления. Сам считаю себя достаточно, в принципе, амбициозным, харизматичным. Плюс накладывается то стремление жить,
развиваться, и мы идем параллельно вместе с нашей компанией. То есть я уверен, у нее такие же амбиции – жить, расти и развиваться. Ирина Калякина тоже пришла в рельеф-центр обычным сотрудником отдела и стала его руководителем. Мы с рельеф-центром как бы развивались вместе, можно так сказать. Поэтому можно его противопоставить некому своему там, другу, лучшему другу, другу детства. А вот Максим Иванов работает в компании чуть больше полугода, но его уже повысили до старшего специалиста по складским операциям. Компания мне очень понравилась. Я приходил сюда на практику год назад и запал в душу. Ну и как-то я сказал, что вернусь сюда, ну и вернулся. Начал работать, хорошо работал и повысили. Рельеф-центр уверенно смотрит в будущее. Это яркий пример социально ответственного бизнеса. Компания участвует в благотворительных и социальных проектах и значительно повышает инвестиционную привлекательность региона. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Забил до смерти обидчика своего отца, а тело закопал. В суд направлено дело в отношении 28-летнего жителя села Ворские Рязанского района, обвиняемого в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Во время распития спиртных напитков между собутыльниками возникла ссора. Обвиняемый вспомнил старую обиду. Пострадавший раньше избивал его отца и решил отомстить. Начал бить обидчика по голове. Не остановился даже, когда собутыльник упал. И все же их растащили. Обвиняемый ушел за очередной дозой спиртного, выпил и уехал в Рязань. Когда вернулся, собутыльники рассказали, что избитый умер. Лежит он там, не лежит. Я не поверил, что он там мертвый. А он сказал, где он лежит? Около башни. Около башни, ага. Драгон, ну, где он стоял, Драгон? По-моему, здесь вот сидел. Что вы ему конкретно сказали? Драгон? Да. Пойдем, дойдем, посмотрим. Собутыльники решили скрыть следы преступления. Своим знакомым, гражданином Республики Сербия, сокрыли следы своего преступления, закопав труп под землю. Искать пропавшего начала мать. Она написала заявление в полицию. Труп обнаружили спустя 20 дней после произошедшего. Уголовное дело направлено по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. У обвиняемого богатое криминальное прошлое. Он был неоднократно судим за кражу, незаконное хранение наркотиков. Последняя судимость не была погашена. Каждый раз ему удавалось избежать наказания. Попадал под амнистию. Дело прекращалось в связи с примирением сторон. Теперь он получит реальный срок. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязанской городской думе обсудили бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021. Стоит отметить, что проект был внесен в середине ноября и прошел обсуждение во всех комитетах городской думы. В результате публичных слушаний составлен план работ, который рассчитан на 3 года. Бюджет сохранит социальную направленность. Доля расходов на образование, культуру, спорт, а также социальную политику составит почти 80%. На финансирование образования направят более 6 миллиардов рублей, культуры – около 500 миллионов рублей. На благоустройство города выделят свыше 400 миллионов. Для ремонта и содержания автомобильных дорог предусмотрено чуть больше 100 миллионов рублей. Ожидается поступление более 500 миллионов рублей субсидий из областного бюджета на ремонт дорог. На поддержку ЖКХ направят 130 миллионов, на формирование комфортной городской среды – около 15. Примерно треть суммы пойдет на ремонт дворовых территорий, остальная сумма – на благоустройство территорий общественных. За принятие бюджета проголосовало 29 депутатов из 34. С проектом бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласны представители далеко не всех партий. Так, представители КПРФ всем составом проголосовали против утверждения бюджета города. Новый городской бюджет несостоятелен. С таким заявлением выступил первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров. Сейчас же нам предлагали принимать бюджет, который на 11% меньше бюджета этого года. Причем и реальные доходы самого города где-то сокращаются примерно на 2%. Нужно деньги вкладывать в реальный сектор экономики, сделать свои производства, наладить выпуск оборудования или пищевой производство. Производство, без разницы. Но нужно производство. Это рабочие места, это налогоотчисления от самого производства, от людей, которые работают. Это деньги, которые останутся в нашем городе и будут крутиться в нашем бюджете. Денис Сидоров рассказал, что хоть бюджет и ориентирован на социальные нужды, его, кроме как на выполнение социальных обязательств, ни на что не хватает. По словам представителя партии, в 2019 году заложено снижение показателей в бюджете как по доходной, так и по расходной.
расходным статьям. Из 14 муниципальных программ в 10 заложено снижение расходов бюджета. Хуже всего то, рассказал первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, что предложенный проект бюджета города сильно зависит от федерального и областного. Собственные доходы составят около 50%. Упор стоит делать на развитие реального сектора экономики, считает фракция КПРФ. Партия голосует против утверждения бюджета не только в городской думе, но также в областной и государственной. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Вопреки погодным условиям, в этом году жители Рязани все чаще выкладывают в интернет фото и видео того, как благоустраивают город. Работы нужны, но чаще всего проходят не тогда, когда их ждут. Фасады, ремонт дорог и установка площадок. Список можно продолжать. Площадка зимой устанавливается. А когда она должна устанавливаться? Установить детскую площадку зимой – вариант, по словам рабочих, не самый плохой. В полиэтиленовых пакетах, в своей очереди, дожидаются качели, карусели и другой игровой инвентарь. В скором времени он займет свое место на заснеженной площадке. Рабочие говорят, что погодные условия никак на установку не влияют. Технологии никаким образом не нарушаются, потому что основание было приготовлено еще по теплой, хорошей погоде. Основание. Основание-то хорошее, а это мы сметаем просто снег и ложим. Ну а вот основание, что в основании? Просто вот так расскажите нам, не строителям. Песок и щебенка. Угу. И они дадут такое же качество, что хоть летом делаешь, хоть когда. Ну, в принципе, да. Так ли это на самом деле, неизвестно. Да и сколько простоят такие площадки, тоже под вопросом. Местные жители, правда, от нового комплекса в восторге. Оно и понятно. Площадка, на которой практически каждый сезон можно играть с детьми. Да и другой плюс. С началом работ дорогу чистят от снега. У нас в последнее время, вот когда только сделали, убирают. И вот здесь чистят утром, рано встают, чистят. Ну, вот только что вот здесь вот эти самые Навальные. Ну, ничего. Да, а так чистят. Детские площадки установят в нескольких дворах. Работы ведутся параллельно. И до сих пор неизвестно, почему для установки был выбран именно зимний сезон. Но не только установка детских площадок стала резонансным событием уходящей недели. На улице Электрозаводской вовсю идет ремонт дома. Фасад ремонтируем. А почему зимой? Это вопрос РСУ-1. Мужчина, который согласился с нами побеседовать, бригадир. Он рассказал, что ремонт фасада заказали сами жильцы через управляющую компанию. Дом номер 70 по улице Электрозаводской построен в 58 году, поэтому такие работы необходимы, считают местные жители. Покрасят стены и все. Зашпаклюют, покрасят и все. А продолжительность, как долго все это будет делаться? Ну, вот эта часть, вон, 3-4 дня. А как давно начали? Месяц. Бригадир рассказал, что на качество работ погода никак не повлияет. Шпаклевку они добавляют в специальную смесь. Технологии не стоят на месте. Гарантия на такую работу 5 лет. Такое явление для горожан уже привычное. Чуть дождь или снег, как коммунальные или дорожные службы начинают свои работы. С чем это связано, понять сложно. Но происходит из года в год. Замена крыш в межсезонье, капитальный ремонт теплотрасс – все эти темы не раз поднимались в СМИ. А причины многим известны. Вот только о них напрямую не говорят. Думаю, что ненормально. Ну а почему вот их проводят, как вы считаете? Ну вы спросите у тех, кто проводит. Летом отдыхают, ездят на курорты. Потому что дороже. Да. Зимой дороже. Это все развалится быстро. Правда, в 2018 году практика с укладкой асфальта уже оправдана. Росавтодор согласовал методические рекомендации, которые разрешают укладывать асфальт зимой. Только со своими оговорками. В частности, в рекомендациях говорится, что класть асфальт можно при соблюдении всех технологических процессов. При температуре до минус 10 градусов и при небольших осадках в виде дождя или снега. При этом важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем. К сожалению, документ носит исключительно рекомендательный характер. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». «Мой дом, моя крепость», – так думала рязанка Марина Дорогова, пока ее крепость не обвалилась. Сейчас она живет в маневренном фонде. О том, как Марина строит свой быт в чужих стенах, расскажем в следующем сюжете. Создать хоть какой-то уют Марина Дорогова украшает скромное жилище к Новому году. Она признается, деваться ей некуда. Ее квартира находится в аварийном состоянии. Чтобы не оказаться на улице, пенсионерке пришлось побегать по инстанциям. Комнату давать не хотели. Заселили только после того, как вмешался депутат Госдумы и представители Следственного комитета. Когда я сюда пришла, я посмотрела. Ну, вы сами видите, что здесь посмотрел пол. Потом, после того, как я ушла, прибили гвоздями. Здесь вот так вот просто отвалилась стена. Сами видите, в каком состоянии. Когда я сюда пришла, я посмотрела, ну, извините, жить-то мне негде.
Замок двери как не работал, вот странный вот комнат, так он не работает сейчас. Сказали, заменит. Ничем мне не заменили его, естественно. Вопросов у пенсионерки больше, чем ответов. И все они связаны с коммунальными платежами. Как ты только въехала вот сюда, мне сразу была сумма в размере 6171 рубль за холодную воду. Просто сразу вписали сюда в долг, где никогда не проживала. Марина искренне недоумевает. По ее словам, за двухкомнатную квартиру она платила чуть более 2000 рублей. Сейчас за комнату 15 квадратных метров отдает больше 3000. Женщина не понимает, за что берут такие деньги. Ведь условия, по ее словам, практически непригодны для жизни. Там уже условия здесь, конечно, вот в коридоре ходить, там потолок рушится, все стены, вся проводка залита водой. Везде вот подтеки, здесь вот тоже подтеки. Ну, тут все комнаты в таком состоянии, полуразрушены. Говорят, это еще более-менее. Так что в остальных там жуть, что творится. Комната, общая кухня, где работает только одна плита, туалет и ржавый душ. Вот что ждет посетителей маневренного фонда. Бывшая гостиница «Москва» стала пристанищем для обездоленных и погорельцев. От былого великолепия остались только стены и более-менее приличный вид снаружи. Пластиковые окна создают иллюзию благополучия. Марина Дорогова уже обратилась с жалобой к депутатам Государственной Думы и Городской Думы. Теперь ждет ответа. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Зима традиционно становится сезоном простуд, а колебания температуры лишь усложняют обстановку, ведь одеться по погоде становится все сложнее. Как не заболеть или максимально быстро поправиться, расскажем в следующем сюжете. Катался на лыжах или играл в снежки? Даже безобидные занятия могут обернуться болезнью. И речь не об ушибах или ссадинах, а об острых респираторно-вирусных заболеваниях. Они поражают верхние дыхательные пути и являются самой распространенной в мире группой болезней. По данным мониторинга, на прошедшей неделе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями оставалась ниже эпидемического порога по области на 19,2%, по городу Рязани на 2%. А это значит, что риск заразиться увеличивается с каждым днем. Чтобы это предотвратить, важно соблюдать простые правила безопасности, ведь ОРВИ передается воздушно-капельным путем. Стараться находиться в местах такого скопления народа поменьше во время сезонных заболеваний. Ну и так уберегать себя. Вести правильный образ жизни. Наверное, заниматься спортом. Наверное, я не знаю, больше на свежем воздухе. Теплые сапоги, теплую куртку. Варежки не ношу, не люблю варежки. Мы стараемся потеплее одеваться. Шерстяное, не синтетику, а шерсть. С палками хожу. Ну, соблюдаю режим более-менее, когда можно. Я иду в бассейн. Я занимаюсь плаванием. Стараюсь, да. Помимо традиционной медицины, рязанцы привыкли доверять и народным средствам, главная задача которых – повысить собственный иммунитет организма, а значит, помочь эффективнее сопротивляться болезни, используя внутренние резервы. Редька с медом, если кашель. Подорожник отвариваем, если кашель. Ну, это лимон, чай с лимоном. Ну, а так, конечно, аптека. Спиртом и растираться почаще надо. Чай с имбирем пьем, чесночок с помидорками кушаем. Ну, и так стараемся закаляться, холодной водой обливаться. Свои секреты есть и у тех, кто вынужден целый день стоять на морозе и много общаться с людьми. Речь о продавцах, которые работают в любую погоду. Ну, во-первых, чеснок. Это самое лучшее средство, да, сало. Оно греет, во-первых, да, его покушаешь, уже в организме тепло держится. Ну, естественно, потеплее одеваться. Теплые носочки шерстяные обязательно. Ну, что еще? А дальше домой приходишь, чай горячий с малиновым вареньем и спать. Однако все без исключения отмечают, что если болезнь все же взяла верх, необходимо сразу же обратиться к врачу, а народные средства станут хорошим дополнением к традиционному лечению, которое назначит профессионал. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Встретиться с тропическими рыбами и познакомиться с обитателями морских глубин теперь можно и в Рязани. Начал работу единственный в регионе акванариум. Больше 3000 видов рыб, кораллов и растений увидела Галина Кудряшова. Золотые рыбки и кровожадные пираньи. Рядом несколько видов пресноводных скатов, в том числе крайне редкий, черный с белыми жемчужинами. Посмотреть на детенышей, которые скоро вырастут до полуметра, можно в единственном в Рязани аквариуме. Гостей ждут 40 тысяч литров воды и 3 тысячи уникальных рыб, растений и кораллов, в том числе эндемики с острова Мадагаскар. Эндемики – это такие рыбы, которые встречаются в одном месте на всем земном шаре в конкретном.
Именно эти рыбы с острова Мадагаскар. Это краснокнижные рыбы. По последним данным, возможно, этих рыб в природе даже не осталось из-за жизнедеятельности человека. Акванариум разделен на три зала. В морском гости познакомятся с беспозвоночными, креветками, морскими ежами, живыми коралловыми рифами. Морские аквариумы, настолько долго в них смотришь и действительно вспоминаешь какой-то отпуск, что ли, когда был в Египте, смотрел на те же кораллы. То есть море представлено в идеале. Среди обитателей и природный попугай – это рыба-аристократ. Она хищная, но благородная, поэтому не дает в обиду маленьких соседей. Жемчужиной зеленого зала является аквариум П-образной формы на 5500 литров, а также 6 аквариумов, которые больше похожи на живые картины. Природный аквариум или акваскейп отличается тем, что в аквариуме собирается природный наземный пейзаж и переносится в аквариум под воду. Это какие-то различные горы, либо лес, и какие-то определенные места тоже с нашей планеты. В аквариуме в миниатюре представлены Карпатские горы. Гости могут как самостоятельно насладиться подводным миром, так и заказать экскурсию. Размер группы не ограничен. Также специалисты акванариума помогут в составлении вашего собственного аквариума. Его длина может достигать 6 метров. Услуги будут оказаны под ключ с возможностью дальнейшего обслуживания, чтобы рыбки и растения радовали вас круглый год. Стоит отметить, что акванариум – понятие непривычное для россиян, пока их можно пересчитать по пальцам. Основное отличие от океанариума в красоте, ведь каждый аквариум сделан как маленькое произведение искусства. Приглашаем рязанцев и гостей города в наш акванариум. Мы находимся в центре города. Адрес: улица Полевая, дом 42/16. Записаться на экскурсию можно по телефону 27 27 11 и 27 27 44 или на сайте aquanarium.rf. Гостей ждут со вторника по воскресенье с 10 до 20 часов. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Праздник вкуса и разнообразия. В Рязани с 6 по 16 декабря работает выставка-продажа «Особенности национальных вкусов». Специи, чаи, мед, мясные деликатесы и еще множество других продуктов, которые так полюбились рязанцам, можно приобрести в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. От Абхазии до Камчатки – такова география привезенных в Рязань продуктов. Уникальные по своей рецептуре, способу производства и натуральному составу, эти кулинарные произведения способны украсить как праздничный стол, так и будничное меню. Икра здесь высочайшего качества, как говорится, икринка к икринке. А рыба выловлена в чистейших камчатских водах – чевыча, кижуч, семга, белуга. Прежде чем купить, все можно попробовать. А добавить новые краски в, казалось бы, привычные блюда помогут специи. Более 40 видов уникальных и пикантных приправ, среди которых соль сванская, абхазская, гранат и меретинский шафран. И это далеко не все. Также мы привезли вам настоящий хмели-сунели. Купаж из 16 трав идет. Вот. Есть ореховая универсальная. Ее можно везде добавлять. Холодной зимой, а теплом летнем дне напомнит чай с ягодами и травами. Яркий, насыщенный аромат чая ручной сборки подарит истинные моменты наслаждения. Из 30 видов каждый найдет свой вкус. Это самый северный чай, который собирается в горах Большого Сочи. Вот. Купажирование мы проводим сами, добавки все собираются тоже в горах. Вот. Все полезное, все вкусное. Вот. Не только вкусные ягоды, даже и цветочки, и травы. Чтобы чаепитие было еще более приятным, на выставке продажи можно приобрести вкуснейшие варенья и экологически чистый горный мед, собранный на высоте 800 метров над уровнем моря. Янтарный цвет сладкого лакомства, помимо гастрономического, подарит эстетическое удовольствие и укрепит здоровье. Пасеки наши находятся высоко в горах, вот там нету ни заводов, ни автомобилей. Вот каштановый мед очень полезный для сердечно-сосудистой системы. Отдельное место занимает царица стола – аджика. Два вида аджики. Одна из них является редкостью в России, не встретить такого в принципе. Также много видов соусов разных. Михаил не в первый раз приехал познакомиться с особенностями национальных вкусов. Говорит, нравится ассортимент и качество. Признается, купил всего понемногу. Икру, сыр, специи. В супермаркете просто зачастую нет таких вещей, таких продуктов. Каких, например? Выдержанных сыров таких, по крайней мере, не видел. Изюминкой выставки является то, что абсолютно все можно попробовать и принимать решения, полагаясь исключительно на собственный вкус. А в преддверии Нового года все деликатесы особенно просятся на праздничный стол.
стол. Орехи, сладости, мясные деликатесы, такие как суджук из оленины, баранины, телятины и конины, оленина в красном вине, сыры и еще много других уникальных продуктов можно приобрести ежедневно на выставке продажи особенностей национальных вкусов, которая работает с 6 по 16 декабря в торговом центре «Премьер» на третьем этаже с 10 до 20 часов. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету: будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиры в новом жилом комплексе «Полянка» недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27 55 55.